Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Плектов, менеджер команды «Профессия недвижимости». Как сегодня прошла ваша игра? Хорошая игра, крепкий соперник, то есть бились, можно сказать, даже было на равных. Сначала проигрывали, потом отыгрались, потом опять проигрывали, еще раз отыгрались. То есть были все шансы, что у соперника, что у нас. То есть, ну, довели до серии пенальти, немножко не повезло. Ну, серия пенальти — лотерея. Поэтому, что, в первую очередь хочу поблагодарить всех организаторов, соперников, в первую очередь даже свою команду за этот потрясающий сезон. Мы стали вторыми в нашей группе строительной, вот. Но в плей-оффе нам немножко не повезло, вот. Где-то не доработали, где-то не подъехал состав, но в целом мы извлекли все ошибки, будем настраиваться на следующие турниры. Как-то изменился уровень вашего футбола за время чемпионата? Да, знаете, от каждой игры мы прибавляли. В принципе, мы с каждым годом прибавляем. Появляются новые сотрудники, мы приглашаем на тренировки, смотрим. То есть, ну, активно такой... идут? Да, знаете, у нас складывается такой крепкий, сплоченный коллектив. То есть, это сегодняшняя команда, она является самой сильной за всю историю. Вот. Еще раз хочу сказать огромное спасибо команде. То есть, я ими горжусь. То есть, просто...